Я расскажу про то, как мы работали вот на местах, ездили по нашей Калининградской области, собирали интервью, записывали подкасты. Несколько проектов у нас пересеклись, связанных вот с переселенцами, с миграциями, с связью Калининградской области с другими регионами бывшего СССР и современной Российской Федерации. И тут большую роль сыграл благотворительный фонд Владимира Потанина, с помощью которого мы делали тоже проект «Лети, лети, лепесток» и «Край янтарный, маленькие секреты больших открытий». И плюс еще у нас вот научное направление со студентами. На первом слайде это как раз вот процесс записи интервью, которое у нас идет в Музее советского детства Балтийского федерального университета имени Канта. И это цикл интервью, посвященных 75-летию нашего вуза. Только недавно мы отпраздновали в прошлом году 75 лет области, и в этом году 75 лет Балтийского федерального университета имени Канта. И в музей приходили и приходят у нас в том числе и одни из первых преподавателей и переселенцы разных волн переселения. Мы же сегодня поговорим про первых переселенцев. Можно следующий слайд. Это одни из экспонатов представил. Они принадлежат вот, Сифон не первой волне, но семья первых переселенцев. И тоже проигрыватель портативный, он как раз из семьи первых переселенцев. Но это уже итоговая выставка. А как мы делали, я вот и буду сейчас рассказывать. Надо сказать, что экспонаты, которые связаны непосредственно с первой волной переселенцев, это такие серьезные раритеты, потому что, как вы знаете, в Калининградскую область приезжали в поездах, в вагонах достаточно долго, с минимальным количеством вещей, и тот набор вещей, которые везли с собой переселенцы, раз и представляет для нас интерес, когда мы создавали и квартиру первых переселенцев, и дом первых переселенцев. И, собственно, здесь была вот такая вот серьезная заявка на большое исследование. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, мы выпустили, записали, отрежиссировали, смонтировали цикл интервью с переселенцами разных возрастов, разных волн переселения. И кому интересно, можно вот по ссылке посмотреть один из примеров видео, а маленький тизер минутный, вот, который наш центр сделал, нам сейчас Ильяна включит, и мы посмотрим, что у нас получилось. Я приехала с Камчатки, я живу на Камчатке. Приехала я одна, мне было на данный момент 15 лет. Я и сейчас скучаю, конечно. Я просто каждый день влюблялась в этот город все больше, больше и больше. Испания, Греция, Турция, Испания, Греция, Турция. Сразу же начинают чистить дороги. Я замечала, честно, что здесь люди всегда везде опаздывают. Зимой, когда, ну, еще весной, наверное. Труп один, труп два. Вот как раньше был такой кругленький, такой пимпочкой. Самое такое элементарное – селедка. Меня зовут Ангелина, у меня не только большие глаза. Даже было такое, что я плакала. Ну, знакомились, конечно, знакомились. Ну что, рассказывать, что ли? Безусловно, за эти 6 лет я вижу изменения, и только в лучшую сторону. Ну, Кенисбекер – это все-таки Кенисбекер, извиняюсь. Спасибо большое. И этот как раз вот у нас вот проект, который вот 10 серий мы смотрели, он рассчитан на студенческую молодежь, привлечь их к истории нашего края, переселения. Из больших там некоторые интервью длились полтора часа, то есть у нас социологи готовили опросники, проводили интервью. Ролики получались от 3 до 10 минут. Итоговые
И у них достаточно много просмотров в соцсетях есть. И представляли тоже на конференции у нас на школе. Это такой цикл. Кроме того, есть еще отснято много материала, то есть пока не обработано в такой вот форме, но все оно созданы скрипты, да, все сценарии переписаны. И сейчас у нас есть достаточно серьезная база данных вот по интервью переселенцев разных периодов. Но нас интересует первая волна. Когда мы создавали выставку, то есть здесь вот как раз узкий такой интерес, мы хотели представить быт первых переселенцев, рассказать про него, да, и понять, что вообще мы можем выставлять, какие вещи, да, то есть как это было. То есть это было действительно, что как в «Калининградской правде», вот у нас есть прям фотографии первых, 46-47 год, когда не красочные картинки, а фотографии черно-белые, но тем не менее красивые домики, ровные дороги, там пасутся коровы, приезжайте, все готово, да, дорогие товарищи, можете заселяться. Вот здесь вот все для вас. То есть можно было приехать и заселяться, или же было по-другому, да, и какие-то вещи везли. Здесь нам как раз пригодились интервью, но оказалось, что те, допустим, интервью, которые делали по другим проектам, не всегда освещали вот конкретный быт. И 2 года назад у нас был цикл, сотрудники нашего центра выезжали в область. Сначала мы проехали по всем краеведческим музеям, можно следующий слайд, в которых есть выставки, посвященные переселенцам. Да? Это черно-белая фотография, конец 70-х годов. Фотографии есть, да, и здесь вот пример. У нас много фотографий разного периода, но чаще всего фотографировали людей. Да? Не фотографировали по ряду причин. И пленку экономили, и в помещении было темно, да. То есть это надо специально было вспышку, пленка у нее там в лучшем случае 32 ГОСТ был. То есть в помещениях очень мало фотографий. И чаще всего они постановочные на фоне ковра. Да? А когда мы приезжали в музей, тоже коллекции были, но зачастую они были урезаны. Да? И в зависимости от тех, кто собирал коллекции, прям было видно, как от музея к музею отличается. То есть сотрудники музеев калининградских пытались, да, вот или комнату, или уголок переселенца сделать. И когда мы ездили по музеям, видели, что каждый музей имеет какую-то свою специфику. То есть иногда комнаты вот эти отличались. То есть это принципиально разные были помещения. То есть, и почему так, вопрос остался открытым. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. А задача стояла, это вот Вячеслав, вы его все прекрасно знаете, вот он гордится своей работой, это у нас приходило телевидение и гости, он представлял 3D вот, очки, создали мы дом первых переселенцев. Да, то есть проблем было много. То есть музеи вещи нам предоставляли, у нас какие-то были, но не было в целом понимания, да, а как мы, чем наполним вообще дом и какой он дом вот среднестатистического переселенца. Но проект удался, и вот я продолжаю про него рассказывать. Следующий слайд, пожалуйста. Параллельно с нашим поиском средства массовой информации тоже, они у нас любят рассказывать про музей, и тоже любят рассказывать про то, что наш музей принимает различные экспонаты, связанные с бытом. Какие-то вещи приносят посетители, за какими-то вещами нам приходится выезжать самим. И вот средства массовой информации это действительно работают. Да? Вот, часто звонки или какие-то даже записочки, когда пожилые люди приходят, оставляют на вахте университета, приезжайте,
да, забирать. И вот ходили мы тоже с коллегой на телевидение. Видите, там Дед Мороз стоит. Тоже благодаря вот этой предновогодней передаче закрывали коллекцию, связанную с новогодними экспонатами и с особенностью празднования Нового года в Калининграде. Потому что у нас есть коллекция новогодних игрушек, но, как оказалось, процентов 70 ее, это, кстати, Пермь. То есть люди в посылках по разным там каналам присылали игрушки, дарили, а предположить, что калининградцы вот эти первые, они везли с собой вот в этих вагонах, да, там в общих какие-то игрушки, да, но это только предположение. Или же то, что здесь остались какие-то игрушки от довоенного времени тоже. То есть даже вот такие вот нюансы, да, вот калининградский Новый год первых переселенцев. А как они вообще праздновали, праздновали ли вообще? Опять же, пришла на помощь нам калининградская правда, которая рассказывала, когда появились первые ярмарки, что там продавалось. И про игрушки там у нас мало, в основном это какие-то фрукты и новогодние украшения. После вот такой ситуации, что оказалось, и когда уже посетители приносят, рассказывают, и музеи рассказывают, но дом пока не получалось нам создать, вот такой научный, мы решили выезжать в люди, следующий слайд, пожалуйста, в область, составили маршрут и тоже проехали второй раз уже всю область, теперь уже ехали по тем хозяйствам, тем хуторам, тем домам жилым важно было, потому что если дом не жилой, его могут на кирпич разобрать, да, там буквально за короткий период времени, или же там ничего не остается, он в таком аварийном состоянии, что можно не заходить. И то есть надо было найти тот дом, который мы восстановим в 3D, который был типовым, да, не какой-нибудь красивый особняк, который там один был на административной какой-нибудь часть, а вот типовой дом, в который могли и заезжали первые переселенцы. Плюс дом должен быть жилой, а следующий пункт, по возможности хозяева должны жить с поколениями, там, да, или же должен сохраниться то вот убранство, да, тот интерьер еще послевоенных лет. Тоже, если дом, допустим, с внешней стороны можно найти сохраненный, да, то за последние 10-15 лет найти вот дом, состояние внутри которого вот близко к довоенному, очень сложно. То есть если люди не делали ремонт, да, то, скорее всего, что-то не так с их социальной позицией, и дом как раз вот уже пустой в аварийной ситуации. Если же там живут социально активные люди, то, конечно, они все-таки делали ремонт, так называемый евроремонт, сейчас слово уже меньше используется, но это как раз вот чистенькое, светленькое, все там побелили, убрали лишнее, книжки с полок выбросили, да, покрасили. Тоже оказался поиск. И типовой дом мы нашли, такие дома строились по как раз вот современной Калининградской области, но в 30-е годы прошлого века типовые, и это вот Правдинский район, собственно, хозяйство Мухачевых, которые любезно нам разрешили все обмерить, фотографировать и снаружи, и внутри. Также мы прошли по улице, тоже посмотрели, что действительно типовые дома, и потом следующая задача была ездить по области, находить примерно такие же дома, да, и смотреть, искать, фотографировать. Почему именно был выбран этот дом? Потому что именно проекты сохранились, их строили в 30-е годы достаточно много, как народные дома, и получается в конце вот 40-х, когда люди заезжали, это были относительно новые дома. Некоторые из них были газифицированные, удобные, рассчитаны на две семьи. И люди в них заезжали, и
жили и работали. Следующий слайд. Вот. А дальше начались уже истории про печки, да, про кухни, про санузлы. Ясно, что если дом сейчас жилой, как я и говорил, внутри уже все поменяли, никаких печек большинство в помине нету. То есть область газифицирована, все вот эти вот печки убирают, да. Как это было устроено, как сделано, сложно сказать, да. То есть, ну, воспоминание было печка, да, там, ну, или печку перебрали. И тут у нас в Правдинском районе казалось, что дом вот похожий с сохраненным убранством найти не удалось, то есть десятки домов посмотрели. Поехали мы в Полесске-Славский район, там нашли несколько домов, и очень нам повезло, поехали в Нестеровский район, поселок Краснолесье, и нашли дом, где сохранилось вот практически с конца вот 40-х, как люди туда заехали. То есть люди так печкой пользуются. Ну, как видите, да, в каком состоянии. Там еще куры у них на кухне паслись, да. Хозяин там жил, мужчина лет 40. То есть он там наследственный хозяин, его семья там всегда жила. И он нам рассказывал с истории, показывал, тоже разрешал пользоваться, фотографировать. Потом из этого и получился этот знаменитый дом первых переселенцев, который везде сейчас используется. Очень много было историй про печи, да, вот я на них остановлюсь, почему здесь мы представили. Хлеб выпекали вот в довоенное время в таких печках. По мнению многих переселенцев, неудобно было, да, то есть он как-то низко вот это расположено было, выпечка, надо было наклоняться. Многие печки, которые вот довоенные были, их переделывали по русскому стандарту, как раз вот русская вот эта вот печь, да, и один из домов тоже, кстати, в Нестеровском районе был довоенная печка, переделанная с местом под лежанку, с высоким вот местом, где печь можно хлеб. Узнали, как это делать, встретились в Славском районе, там целая Саранская называется, потому что туда переселенцы приехали, вот целый эшелон как раз вот из Саранска. И они со своей вот частью культуры приехали и рассказывали, они все печки там переложили, да, делали и бани, и печки, и рассказывали, как это происходило. Было много очень нюансов, да, а как вот с электричеством? То есть восстанавливаем 3D мы этот дом, и что? Есть вообще электричество или нет? Ну, довоенные есть выключатели, да, какие-то, что мы повесим на потолок? Люстру, там, лампочку или как? Узнавали, в какой период давали вообще электричество в послевоенное время. Кто-то через год, через два восстанавливали, да? Кто-то как, а что висело вот на потолке? Тоже был вопрос очень сложный, потому что те, кто вот еще сейчас живут, это люди, которым тогда было, ну, вот самые взрослые 18 лет, да, вот первых времен. А так это вот 6-7 лет, конечно же, они плохо помнят, да, вспоминают. Мы ограничились, повесили лампочку, да. По воспоминаниям, некоторые дома, действительно, они практически вот сохранялся инвентарь, который и был. Некоторые были пустые, даже без окошек. То есть куда-то выносили. Дальше было наполнение. Можно следующий слайд. Какой утварью пользовались? Что с собой везли? Это фотография Виштыневский музей. Как раз вот с Виталием Николаевичем Масловым и с директором музея Алексеем Соколовым мы обсуждаем, да, и как раз вот было очень важно, с какого региона Советского Союза приезжали первые переселенцы, да, это вот как раз их коллекция вещей первых переселенцев, то есть какие-то вещи они везли с собой, а какие-то начинали делать,
по, грубо говоря, по тем лекалам, к которым они привыкли. Да, вот эти врумели, они, допустим, делали уже здесь. Да? А утюги везли. Иногда пользовались вот местными утюгами, везли, конечно же, самовары, потому что у населения Восточной Пруссии, да, самоваров никаких не было, то есть если не привозили. Также практически вот в каждом доме были по воспоминаниям, да, вот по фотографиям музыкальные инструменты, да, и в некоторых музеях они представлены, также и в нашем музее, и мы тоже в цифре его создали. Описывали, да, помог нам, кстати, Черняховский педагогический колледж, там учатся много студентов с области, которые живут в маленьких хуторах, практически где вот еще остались тоже вот быт, и познакомили нас тоже семья, которые переехали там в 46-м году, привезли с собой прялку, которая до сих пор работает. Да? Прялку мы тоже восстановили. Но часто использовали и, конечно же, местный инвентарь. Вот, это вот как раз вот Виталий Николаевич, и это уже у нас в Озерске, да, в музее. То есть нам надо было найти то, что встречается во всех музеях, да, чаще всего встречается, вот, сохранилось и по описанию. То есть это вот такая своего рода была методы мат-статистики, да, то есть самые популярные выборки, чаще всего упоминаясь, то мы и вставляли. И после этого был следующий этап, да, надо было, мы пометили себе эти экспонаты, потом шла их оцифровка, да, проще, конечно, было те вещи, которые были у нас в музее, да, оказано, что вот то, что есть, есть у нас в музее, а то, что музея не было, пришлось ехать вот третьим кругом по области и все это цифровать уже профессионально, чтобы Вячеслав сделал вот эту знаменитую 3D-модель. Деревянные изделия некоторые привозили, некоторые делали, но это уже зачастую только какой-то специалист, наверное, сможет отличить, да, вот. То есть люди не помнят, то ли привезли, то ли сделали, это было не принципиально, да. А какие-то вещи, да, вот эти в музее сохранились, но в упоминаниях и на фотографиях, да, вот там за спиной Виталия Николаевича всякие вот спортсмены, еще очень много велосипедов было в Калининградской области, в бывшей Восточной Пруссии, они везде и упоминаются, их не привозили, но они здесь были. В некоторых музеях, в двух, велосипеды сохранились, и в музее в Ульяновке он в отличной форме сохранился, прямо вот с колесами, да, которые можно включить, с седлом. Вот, и Вячеслав, по воспоминаниям, велосипеды были, да, точно, они были не советские, никто их сюда не вез, они были местные. И его, вот мы из музея в Ульяновке, Вячеслав его восстановил, и велосипеды, как, в принципе, и сейчас, берегли, да, то есть их не кидали во дворе, они висели в коридоре, там, или в общем, если у нас дом, коридор вместе там с тазами, и вот если вы видели или посмотрите вот этот 3D-дом, увидите, велосипед там нашел свое место. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. А что везли? Везли иконы, да, это вот везли приданное, везли обязательно сундуки. Сундук это был как раз-таки, заменял собой чемодан, да, плюс сундук это был мебель, понятно, в доме, и плюс еще зачастую сундук использовался как, можно было на нем или сидеть, да, или еще. Сундуки у нас в музее нет, но во всех музеях области они представлены. То есть еще совсем недавно сундуки для музея не было проблемы, их легко можно было местное население достать и фонды сохранить. А сейчас сундуки практически не остались,
или остались, но требуют уже неких затрат. То есть те люди, которых сохранили, уже хотят за них серьезных денег. А поначалу их отдавали совершенно вот бесплатно в музее. Иконы и вот эти вышивки, все рушники везли с собой. Очень вот этот вот кадр, да, это характерный. Вот эта выставка, которая здесь представлена, это выставка стационарная, и она с 1982 года в поселке Ульяновка у нас Черняховского района. Был самый молодой директор школы в Советском Союзе. Он создал в своей школе музей. И в 82 году, представляете, в школе повесил иконы. Много было к нему вопросов, много было, опять же, еще больше вопросов, почему в советской школе висят иконы. Напоминаю вам, Калининградская область до середины 80-х годов, до начала вот второй половины 80-х годов прошлого века была самая атеистическая область Советского Союза, ни одного действующего храма не было. Но иконы появились в школе. Директор музея, да, директор школы, он до сих пор Узерцев там работает, выставку эту не поменял. Он родился в этом поселке в своем, да, в самом начале 50-х. Иконы там были всегда, все они были привезены, у них есть место, откуда они приехали. Некоторые иконы старинные, да, то есть люди везли иконы, какие-то вещи и заселялись. То есть были тоже споры уже, а что, чем нам наполнить вот на стены, что повесить. Кто-то из коллег говорил, давайте там вот плакаты политических деятелей того времени. Кто-то говорил икон. Ну, конечно же, это было по-разному, да, в зависимости, кто живет. И дальше было важно, если мы делаем такой среднестатистический дом первых переселенцев, кто там живет? Это рабочий колхоза, да, или какой-нибудь учитель. В зависимости от этого и будет меняться. То есть если приехала семья, там бабушка, дочка, внуки там и, допустим, хозяин, да, то бабушка, конечно, иконы с собой привезла. А если приехал молодой комсомолец, учитель, то какие иконы? Он привез, конечно же, книжки. С книжками тоже была проблема тут первые годы. Да, учебников не хватало, не хватало даже бумаги. То есть мы в музеях и в архивах хранятся вот эти первые калининградские тетрадки, да, первые документы, которые писались, печатались на оборотах еще каких-то немецких документов. Да. А в школе, теперь уже это тоже музею города Славск, парты самодельные советские, а счеты еще довоенные, то есть они долго использовались, вот остались еще немецкие счеты, они были в советской школе и сейчас попали в музей. Да, это опять же вот про тот никс, который был в домах, да, в школах, в поселках. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Тут уже про выставку. Да. Очень много было консультаций, да, вот, и здесь видно, что это вот у нас выставка переселенцев, посвященная и школе, и да, вот этому периоду. Тот же самый портфель. Да, он есть на фотографии, да, вот хозяин портфеля сфотографирован еще в той форме, когда школьники носили фуражки. Сначала это был классический ранец, да, и нам подарила мама, это уже была очень такая взрослая пожилая женщина, мама этого школьника, и рассказывала, что этот портфель сначала он использовал как ранец, а потом в старших классах сделал наперевес ремешок и носил уже как сумку, потому что старшеклассники не носили. Принципиально, что мальчиков и девочек
не отличались ранцы друг от друга. Это были вот такие, то есть не было специальных. И были консультации у нас со специалистами с вузов нашей страны, спрашивали, да, а как вообще того времени, да, период, были ли самодельны. Поначалу, конечно, многие на фотографиях дети у нас в перешитой военной форме, да, используя какие-то самодельные сумки делали. Кто-то вот тоже в музеях выставлены сумки, которые попадали сюда из других частей Советского Союза. А поднимаем архивы, читаем «Калининградскую правду», это целое событие, когда в Калининграде открывается школьный магазин или книжный, да, то есть уже через несколько лет после заселения. И по воспоминаниям переселенцы ездили в Калининград, да, вот это все покупать, потому что своих магазинов не было. Часто переходило по наследству. И делать выставку оказалось и сложно, и очень интересно. И вот одна только выставка, да, вот, которая у нас дала начало разным проектам и ряду вот научных исследований, вызвала бурю интереса и обсуждения в Калининграде, в средствах массовой информации и у жителей, которые приходили, фотографировали, приносили свои вещи. Рядом с портфелем стоит набор циркулей, который приехал в Калининград из города Могилева. То есть он принадлежал архитектору Могилева, который восстанавливал город после разрушений Второй мировой войны. И потом он приехал, уже жил здесь, его семья здесь осталась. Какие-то вещи привозили. Это опять же про вот эту вот миграцию, да, как, что попадали. И тут мы подключили проект, который тоже вызвал большой интерес. Это «Лети-лети, лепесток», когда через вещь школьники должны были рассказать историю своей семьи и историю того места, откуда они приехали. Вот на примере циркуля, да, то есть ребенок, вот это уже получается его прадедушка, да, сейчас он младший школьник, и он рассказывает, этот вот набор циркулей приехал с моим прадедушкой, его звали так-то, из Могилева, он восстанавливал город, и этот проект нашел очень много отзывов, да, то есть это вот работает. Следующий слайд, пожалуйста. И заключение тоже, у нас есть богатая база как оригинальных фотографий, так и сканированных первых переселенцев. Да? И это как раз вот самое начало 50-х годов. Это фотография человека, который сюда приехал в 49-м году, военный, и жил, это вот фотография, всем вам известная, улица Александра Невского. На ней у нас административный корпус БСФУ, вы на ней не раз бывали. Это для понимания, как вот одевались, да, ну, это парадная, ясно, для фотографий, погуляться, как выглядели улицы того Калининграда, да, какие жили люди, да, и, ну, можете представить, да, вот как это было, помните, да, что вот если про калининградских первых переселенцев, то это вот отдельная история, которая тоже требует большого исследования, да, так как город Калининград был городом наизнанку, то есть первые 20 лет в центре ничего не было, вот эти развалки, да, когда вот трамваи насквозь проезжали, то есть люди жили, грубо говоря, по периметру города, работали, если ты живешь, допустим, в Балтийском районе, а ехать надо в Ленинградский на работу, ты центр приезжаешь, центр пустой, вот эти развалки заросшие, и можно было на площади Победы стоять, и с нее можно было видеть Южный вокзал. Вот такой вот был город, но его благополучно настроили, восстановили, и сейчас вот мы это все собираем, цифруем, делаем выставки и приглашаем вас на нашу новую выставку в Калининград.